Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». Сегодня разговор пойдет о малярии. В гостях у нас сегодня Лариса Николаевна Федоткина, главный специалист, эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте. Почему сейчас актуальна тема малярии? Потому что по данным многолетних наблюдений, фенологических наблюдений, именно на вторую декаду мая приходится начало передачи малярии человеку. Это по Рязанской области. Зафиксированы ли у нас случаи малярии? В этом году у нас случаев малярии нет. Если говорить о предшествующих годах, то в отдельные годы за последние 10 лет регистрируется так от 1 до 6-7 случаев малярии. За последние 3 года, в 2010-м, у нас было 5 случаев малярии. И в 2011 и 2012 году по одному. В основном, конечно, все случаи были завозные. Это Эфиопия, Индия и Ангола. И в последний случай с местной передачей, единственный, кстати, по Российской Федерации, был зарегистрирован в 2010 году в Стражиловском районе Рязанской области. То есть во всей Российской Федерации местных случаев малярии не регистрировалось, за исключением нашей территории. Какие виды малярии существуют? Существует 4 разновидности малярии, и возбудителем являются простейшие кровопаразиты рода плазмодиум. То, соответственно, 4 вида – это трехдневная, четырехдневная, тропическая и овалия. То есть 4 вида малярии. Для территории Российской Федерации, как и в целом для европейского региона, значение имеют только 2 вида – это трехдневная малярия и тропическая. Трехдневная малярия, кстати, вот на протяжении последних всех лет в Рязанской области регистрируются только трехдневные формы малярии. И это очень хорошо, потому что они имеют более легкое течение. И для тропической малярии характерны, в зависимости от начала адекватного лечения, летальные исходы, то есть которые могут составлять от 10 до 40%. И первое, что начинается, это с подъема температуры, с озноб, стадия жара и стадия потоотделения. И приступы повторяются с определенной частотой. Мы сейчас будем говорить, наверное, больше про трехдневную малярию. То есть приступ нарастает постепенно, происходит в течение 4, максимум 8 часов. И затем состояние человека улучшается, он чувствует себя абсолютно здоровым. И данные приступы через 2 суток повторяются с определенной периодичностью и даже практически в определенное время суток, то есть в одно и то же время. И человек, который такие приступы указывает на наличие таких приступов, что вот он, у него такая вот лихорадка приступообразная, и если еще он скажет, что он куда-то выезжал в территории, где регистрируется малярия, то в данном случае уже 100% можно подозревать заболевание малярией, и необходимо провести срочное обследование и дальнейшее лечение. А каким образом заражаются малярией? В естественных условиях заражение происходит через укусы комаров рода анофилис. Вот по данным многолетних наблюдений, практически 30% энтомофауны, которые обитают в Рязанской области, приходится на именно комары рода анофилис. То есть при кровососании инфицированных самок. А как обезопасить себя? В первую очередь, конечно, это меры личной предосторожности. Что сюда входит? Так как сейчас уже мы считаем, что сезон передачи малярии человеку начался, то необходимо, конечно, находиться в помещениях при засеченных окнах, фрамугах. Также рекомендуем мы вешать пологи сетчатые на дверные проемы, чтобы максимально предотвратить залет насекомых в помещение. Если мы выходим уже непосредственно куда-то, где существует риск укуса, то есть в природные какие-то условия, нужно в любом случае одевать защитную одежду. То есть максимально одеться, чтобы минимально снизить количество открытых участков тела. И при выходе там в природные какие-то условия обязательно пользоваться репеллентами. Скажите, а вот что касается комаров, больше их будет у нас этим летом, меньше? Выплод комаров осуществляется в водоемах. Сейчас, вот на данный момент, водная площадь на территории Рязанской области – это более 30 тысяч гектаров. Это
около 2500 водоемов. Ежегодно обследуется на заселенность личиночными формами, то есть определение мест выплода комаров, порядка 12-15% от имеющихся водоемов. И примерно в 25-35% определяется заселенность личиночными формами. То есть фактически это каждый четвертый, каждый третий водоем. Сказать, будет ли их больше или будет меньше, сейчас, наверное, трудновато, потому что все зависит от того климатического фактора, который будет присутствовать, да, текущим летом. Будут ли благоприятные условия, потому что выплод комаров осуществляется на мелководье, на хорошо пригреваемых, так скажем, участках прибрежных, с определенной влажностью и температурой. Какой будет у нас, каким будет лето, но по данным многолетних наблюдений, температурный режим, он имеет тенденцию к повышению. Количество осадков также увеличивается. То есть наличие таких климатических, так скажем, закономерностей многолетних и обилие водоемов, оно, конечно, можно сейчас прогнозировать, что снижения количества комаров у нас не будет. А как вы с ними боретесь? Одно направление – это проведение обработок водоемов. К сожалению, вот в настоящее время в связи с изменениями с 2007 года законодательства это отдано на откуп органов местного самоуправления. Раньше это финансировалось государством, и все водоемы, в которых было выявлено заселение, значит, личиночными формами комаров, они подлежали обработкам. Сейчас, к сожалению, эти обработки значительно снижены, а в отдельные годы практически отсутствуют. Но нами работа в этом направлении проводится очень активная. Вся информация о наличии заселенных водоемов доводится до глав муниципальных образований. И вот как отрадный такой фактор, хотелось бы отметить, что в прошлом году было подписано распоряжение главы муниципального образования города Рязани о ежегодном проведении обработок водоемов, расположенных на территории города Рязани. В прошлом году эти обработки проводились. Было обработано порядка 29-30 водоемов. То есть выделены финансовые средства на это. И в этом году, как бы вот состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии в конце апреля, где этот вопрос обработок также рассматривался. То есть сейчас он в стадии решения. Мы надеемся, что также обработки проводиться будут. Это то, что касается личиночных форм комаров. Еще как бы одно из направлений профилактических – это уже борьба непосредственно с самими комарами, да, как бы уже с переносчиком. Здесь как бы ситуация, она значительно сложнее, потому что также нами проводится обследование зданий и сооружений на предмет заселенности летными формами комаров, и также примерно в 1/3 определяется вот в данный сезон времени заселенность комарами. Данный вид работ проводится также по договору обработки помещений, то есть, но надо сказать, что это проводится в небольших количествах. То есть это то, что касается профилактики. В случае же, если у нас зарегистрирован уже случай подозрительный на заболевание малярией, то здесь уже проводится непосредственно в очаге проживания, по месту работы, также энтомологическое обследование, определяется видовой состав. И в 3-километровой зоне водоема обследуются. И если определяются и личиночные, и летные формы комаров-переносчиков от рода Anopheles, то здесь уже по эпидпоказаниям проводятся обработки. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире.